Уже 3 января на линию вышла половина парка специализированной техники. С последствиями снегопада подрядные организации борются до сих пор. И, похоже, до конца месяца перерывов не предвидится. Всего задействовано техники на уборке улиц. Это более 45 единиц. Техника работает в круглосуточном режиме в связи с обильными снегопадами. На настоящее время мы заканчиваем расчистку центральных магистральных улиц и улиц с автобусным движением и переходим в частный сектор. Сегодня кипит работа во дворах. За неделю уже вывезено порядка 3900 кубометров снега. И по примерным подсчетам, в рамках составленного на основании заявок от жителей планов, вывести предстоит еще столько же. В период с 3 января по настоящее время вычищены проезды в первом микрорайоне дом 49-50, второй микрорайон дом 21-22-50, заезд к церкви, пятый микрорайон, улица Речная, Интернациональная, микрорайон Финский, вагон-городок УБР-2. В плане до 20 января текущего года у нас расчистка проезда в первом микрорайоне вдоль ЗАГСа, первый микрорайон дома 29АБВ, третий микрорайон вдоль музея, микрорайон Дорожник и вывоз снега с парков, скверов, территории автопарковок. Всего с начала зимнего периода вывезено более 25 тысяч кубометров снега. В 2023-м только с магистральных дорог около 10 тысяч кубов. В северных широтах зима заканчивается глубокой весной, поэтому расслабляться сотрудники управления городского хозяйства не собираются. Машины подрядных организаций находятся в полной боеготовности. Дело за малым, чтобы жители были готовы освободить дорогу снегоуборочным машинам. Елена Гаврилова, Александр Кузнецов, Нягинский телеканал. Специально для телеканала «Югра».